Всем здорово, всем привет. Очередная посылочка китайского. Я побывала вот на таможне, там, наверное, неделю лежала, а так пришла меньше, чем за месяц, что на данный период времени несколько удивительно. Вот, что-то они сейчас обычно подольше идут. Пользуемся нашей чудной открывачкой. Опа. Вот она, наша коробочка чудная. Вот так. Сюда. Распаковываем. О, таможенники, вероятно, смотрели, изучали, что там такое. Перезалеплено повторно скотчем. Видно, скотч уже не китайский, а наш, местный. А, еще деформировали, вероятно, при открытии. Что же к нам пришло? А, значит, вот такая вот чудная платка. Такая чудная платка. Короче, много чудных платок. О, и, собственно говоря, сам прибор. Та-дам! Звать его iProg. Интересно. Я что-то думал, что он будет немножко в другом корпусе. Ну да ладно. А, там еще наклейки всякие прикольные. А, вот. Давайте, короче говоря, подключим его на компьютере и посмотрим, что он умеет и что он и зачем вообще надо. Вот. Также не забывайте, что можно вам помочь с отключением мобилайзера, прописать ключ, пин по вину, пин по дампу установить. Работаем по всему миру, не обязательно находиться где-то рядом возле нас. Также поможем вам погасить краш на подушках безопасности и любые программно-аппаратные работы с вашими модулями. Подписываемся на канал, ставим лайкосы, внизу в комментах пишем свое мнение по поводу всего чудного прибора. Не забываем, что внизу на него ссылочки также присутствуют. Также заходите на наш форум, заходите на наш канал, подписывайтесь, колокольчик нажимайте. Всем до скорых встреч, пока-пока!